22 человека пострадали от огня в украинском Львове. Пожар возник в развлекательном центре «НЕWS.BY» во время дискотеки. 14 человек госпитализированы с травмами, трое в крайне тяжелом состоянии. Всего внутри здания, когда оно загорелось, было около 250 человек. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с открытым огнем во время шоу. Тушили пламя 6 подразделений спасателей и пожарных. По факту открыто уголовное дело.